Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот чай ягоды чебрец. Карельский рецепт. Новый формат чая. 5 чашек. И называется он... Давайте вы сами посмотрите. Вот так он называется. Здесь у нас в составе брусника, чебрец, иван-чай. Так, иван-чай нас укрепляет иммунитет. Чебрец помогает снять усталость. И брусника содержит витамины и минералы. Вот, без консервантов, искусственных добавок и красителей. И также давайте прочитайте вы состав. Вот, килокалорий здесь 90. И как он приготавливается? Здесь, оказывается, даже есть 4 варианта. Вот, Инстаграм свой и контакт у них свой есть. И давайте же откроем его и посмотрим, потому что мне самой очень интересно, какого же он цвета, как же он все-таки выглядит. Внутри, мне кажется, он почему-то мне кажется, он красного цвета и какие-нибудь черные точечки там. Вот что-то такое. Вот, для этого нам сегодня понадобится стакан. Сегодня мы будем делать все в стаканчике. И также, кстати, здесь есть рецепты. Как приготовить. Вот здесь есть, то есть добавляется целый пакетик плюс 850 миллилитров кипятка. И у вас получается 1 литр чая. Ну, то есть, допустим, к вам пришли гости, и вам некогда. Вы берете вот этот пакетик, хоп-хоп-хоп, наливаете, и все, у вас чай готов. Вот, и там, наверное, не надо даже долго заваривать. Так, либо также целый пакетик 850 миллилитров воды, можно даже, наверное, газированной воды. И у вас получается целый литр лимонада. Ну, раз лимонад, значит, газированная вода. Вот, ну, не знаю, можно, конечно, попробовать. Пишите в комментариях, если кому-то интересно, то мы можем все вот эти вот приготовления с вами попробовать. Давайте, наверное, так, если наберется 15 лайков, тогда мы с вами вот этот вот каждый рецепт приготовления пробуем. Потому что сегодня мы с вами будем его только смотреть и только попробуем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, также есть 4 столовые ложки добавляете, плюс творог 100 грамм. Ну, 100 грамм это как раз порция взрослого человека. Вот, ну, в принципе, ребенка, то есть это обыкновенная порция. И у вас получается вкусный творожный десерт. Ну, в принципе, с ягодками здесь, да, думаю, наверное, будет вкусно. И как раз вот наш с вами рецепт, 3 столовые ложки плюс 1 чашка чая. Получается у вас. Вот. Мы будем пробовать вот этот вариант. Ну, здесь, кстати, тоже довольно хорошие, интересные такие рецептики. И давайте его откроем. Ах ты. Опа. Открылся. Пахнет, кстати, очень ароматно. Даже, мне кажется, мятой пахнет. Ой. Ой, ёлки-палки. Она такая жидкая. Блин, я забыла отмерить ложки. Ну ладно, давайте попробуем оставшиеся. Тут я не думала, что он настолько жидкий. Ой, слушайте, он прям льется. Ну ладно, пускай это будет 2. Себе. Ну, знаете, как-то здесь вот переминаешь, я понимаю, что она здесь как бы такая жиденькая. Но, честно говоря, я не думала, что он настолько жидкий. Реально. Ну, тогда, конечно, тут, в принципе, можно сделать лимонад.
На вкус он, кстати, вкусный. Ну-ка, чуть-чуть попробуем-ка. Кстати, на вкус он вкусный. Он, знаете, такой напоминает, ну да, как основу для чая. Такая сладенькая, разнообразие там всяких ягод. Такой, знаете, как будто ягодный сок. Да, там больше похож ягодный сок с сахаром. Ну да, наверное, как раз тут есть, что здесь написано, брусника чувствуется и какая-то трава. Ну, чабрец, иван-чай, наверное, да. Просто мне было любопытно, в каком образе будет чабрец и иван-чай здесь. Вот, ну и давайте зальем водичку. Вот у нас получается с вами такой. Залила я, кстати, просто обыкновенную водичку комнатной температуры. Ну, там видно, что присутствуют маленькие козявочки, которые там плавают. В принципе, так и должно быть. И мне казалось, что их будет побольше. Все-таки мне казалось, что она будет такая текстуры больше, как майонез, наверное, сметаны. Вот что-то такое мне казалось, что она будет прям вытекать, вот так вот складываться на ложечку, так какашечкой. Вот, а тут, ну ладно, даже прям жидкий. Ну да, в принципе, получается, можно сделать прям чай, литр как раз получится, лимонад. Лимонад, кстати, мне интересно, какой же он все-таки будет. Ну, скорее всего, вот у нас остается, и можно будет попробовать литр лимонада сделать. Ну, опять же, если вы наберете 15 лайков. Творог, наверное, слушайте, да, наверное, с творогом будет вообще прям очень вкусно. И просто даже если чай, это будет очень вкусно. То есть, смотрите, у нас остается 3 рецепта, интересных очень рецепта. Поэтому набираем 15 лайков и давайте его пробовать. Он очень вкусный, мне очень понравилось. Действительно, прям кажется, что там брусника и вот эти вот чабрец. Как раз таки там с чем иван-чай, с этими травами. Он в меру сладкий, но он прям сладкий такой, но в меру. Не сказать, что прям чуть-чуть, но сладкий. Даже, наверное, я бы сахара добавила поменьше. Немножко он терпкий такой. Наверное, вот как раз брусника, она такая терпкая немножко. Мне кажется, даже там не только брусника. Тут нарисовано вот еще ягода. Мне кажется, и малина здесь есть, присутствует. И вот какая-то черная ягода наверняка. В составе... Что у нас в составе? Вода питьевая, сахар, сок и пюре. Ну, видимо, вот сок с пюре и с водой еще там разбавили. Так, клюквенный концентрат. А, ну клюква, да, вот брусника, лимонная кислота. Ну, и она везде добавляется. Так, иван-чай, чабрец, ароматизатор, таежные ягоды, подсласть, ну и сахар. Ну да, как раз вот смотрите, здесь брусника и клюква. Ну вот они как раз и чувствуются, и плюс травы. То есть прям вот как раз к этим ягодам эти ароматные две травки, которые, мне кажется, сделают любой чай бесподобным. То есть, блин, этот напиток просто становится бесподобным. Очень-очень вкусный. Мне очень понравился. В принципе, его можно покупать, потому что я смотрю, фикс прайс его не особо берут, потому что здесь упаковка, я так думаю, темная. Ну, как бы не видно, что там находится внутри. И поэтому людям просто страшно, наверное, брать, что же там внутри. Вот. Я надеюсь, то, что вы тоже возьмете, попробуете. И надеюсь, что он вам понравится. Вот. Ну, немножко даже, знаете, сладковатый все-таки. Да, не приторный, но сладковатый. Вот. Может быть, я просто не привыкла к сладкому. В принципе, буду ли я брать еще? Наверное, да. Из редка можно взять. И, наверное, вот именно вот этот вот такой вот. И сделать какую-нибудь вот вкусняшку. Может быть, даже если наберется 15 лайков, мы с вами сделаем эту вкусняшку. Вот.
Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Я очень жду ваши комментарии. И всем пока-пока.